Брендированные автомобили с широкой красной лентой доехали и до Березняков. 40 регионов и 191 город охватывает в этом году всероссийская акция «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2019». В мобильных пунктах тестирования всем желающим предлагают сделать экспресс-тест. О результате можно узнать уже через 10 минут. Я считаю, что важная акция. Тем более, кто пришел быстро, за 10 минут узнал и дальше поехал никуда. То есть ехать специально не нужно. Угу. Раз государство заботится в таком формате о нас, почему бы нет? Заехал, сдал и поехал дальше. Вот, удобно. Акция стартовала 17 июня в Севастополе. Цель мероприятия – не только информировать граждан по проблемам ВИЧ-СПИДа, но и мотивировать население к прохождению тестов. Три пути передачи. Половой контакт без презерватива с партнером, статус которого вы не знаете. Через кровь и прежде всего инъекционные наркотики. И третий путь передачи от мамы к ребеночку, если мама уже ВИЧ-инфицирована и не принимает специальной терапии. Каждый взрослый человек должен отслеживать свои риски, должен знать, чего бояться, а чего нет. Сегодня в Березняках каждый 39-й официально заражен ВИЧ. Врачи бьют тревогу. Чем раньше провести терапию, тем больше шансов сохранить иммунитет у человека на хорошем уровне. Многие люди боятся идти обследоваться, хотя у нас в городе можно пройти абсолютно точно так же, бесплатно, анонимно, конфиденциально данное исследование. Всех приглашаем, пожалуйста, приходите обследоваться, потому что это очень важно, это ваше здоровье. Всего по итогам дня тест на ВИЧ дали 149 человек. На этом обследования в Пермском крае завершены. Свое путешествие лаборатория на колесах продолжит уже по Удмуртской республике. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.